друзья, сегодня я хочу показать вам оригинальный завтрак, который есть в Ливане. Он очень сытный, вкусный, я думаю, вы это оцените. Вот в таком пакетике он продается. Сейчас мы с вами посмотрим. Я покажу точнее, я уже его пробовала в прошлый раз, когда была здесь. Так, это вот такая вот типа как лепешка. Нет, в прошлый раз было что-то другое, честно скажу. Это больше сейчас похоже на хлеб. А в прошлый раз это было как такое вот тесто, прослойка теста. Потом это был сыр. И опять было тесто. Да, вот так это вот выглядит. Сейчас будем пробовать. Так, внутри вот такая вот начинка сладкая. Семечки кунжута, еще тут чего-то. Сыр. Скорее всего, сахар. Сейчас попробуем. Знаете, очень вкусно, и это похоже больше вот на нашу сырную запеканку, кстати, только вот с хлебом. Ну, довольно неплохо. How much it cost? $4. For one? Ага, одна штука вот такая стоит $4. And in plate? $7. Ага, и вот то, что я пробовала в прошлый раз, обещательно оно было в коробочке. Оно стоит $7. $5, I think. $5-6. And syrup, the sweet water, it's... Ага, и сироп к нему... So I give it to you for free. А, это было... With the plate. Ага, хорошо. Всем приятного тогда аппетита, друзья. Обязательно попробуйте кнефа. Хотите вот в таком виде. Ну, я вам вот больше все-таки советую купить это в пластиночке, потому что там тесто немножко другое. И оно более вкуснее. Па-па-па-па!